Всем еще раз здрасте, это вторая серия. Наша цель на эту серию — обутать полностью до конца там же черно, верхнюю часть черно, и потом уже добраться до болот. Так что смотрим, болеем, переживаем, и в дальнейшем все у нас будет. На звуковой дорожке, где я общаюсь со своими партнерами по игре, мне плохо слышно, скорее всего, потому что меня перебивает звук, я общаюсь очень тихо, я снимал это ночью, чтобы не разбудить своих мелких и своих близких. Так что, если не слышно, ну, извините, какая есть запись, такую и монтирую. Ну я где солнечный, походу. То есть, походу, подарками зоны, ебать, не пахнет, в отличие от первого сервера, в отличие от нихуя не тепло. Бля, солнце как ебало свечи. Да, я вот опять комплект для сбора крови, ну ладно. Где? Поехал, нужен. Пиздец, у меня дед стоит, а он здесь. Когда запустили сервер сегодня? Да, сегодня. Ну, я не думаю, что ты... Хотя... Есть рог. Рядом замок. Может, в него сходить? Я не думаю, что они это. Сходи. А рог это получается вот тут же темный замок. Смысл темный замок. Он закрывает. Темный, что ли? Чернота? Чернота, да. Какую-то ночь там. А как там может? С фонариком. Или с фонариком. О. Виден. Алам-алейкум, еще раз. На седьмом. Седьмом все же? Да. Первый сдох, пока что он сдох. Да я уже дважды сдох, ему. Ничего страшного, меня вот ты как скинул, у меня такая же херня была. Я так не знаю, короче, где я был. Это, знаешь, где? На острове, скорее всего. А, это остров? Да, скорее всего, на острове ты появляешься, где замок. Есть, а он, скорее всего, ну я как бы думал, что я замок, типа, но я не пойму, где я, темно, включаю, у меня типа начинает кашлять, жизнь уходит, это я охуеваю, думаю, ёбаный прот. Я сдох. Не, как бы в телепорт успел, но у меня все, чуть сдыхал нахуй, у меня просто кровь уходила вот так, нахер. Я просто разбежался, нахер. У меня здоровье. У меня здоровье. Причем я это сдох в ускоренном режиме так. И слился, ебать. А второй раз. У меня так же было. Второй раз я запоявляюсь в деревушке на севере, ебать. Забегаю в домик, короче, ебать. Там Полтер ко мне спиной стоит. Я дверь закрываю, убегаю, ебать. Вот. Бегу к домику, короче, ебать. В него захожу. Челик выбегает, короче, из этого, из комнаты, ебать. Я на него, ну, короткая такая быстрая переглядка. Я дверь перед ним закрываю. Назад два шага делаю, он дверь открывает, я вперед подбегаю, ему два раза въебал, дверь закрыл, убежал, короче. Он тебя все равно кокнул, да? Нет, я это, сдох от этих. А, даже не от чубзиков, блядь. Да, я от аномалии сдох, ебать. Ну, не от аномалии, меня зомбаки уебали, и меня сразу же зомби-вирус, ебать. Зомби-вирус — это пиздец, блядь, я тоже, если б не зомби-вирус, я бы выжил, блядь. У меня уже хим костюм, ебать, куртка хим костюма.
Че, видишь кислоты охерительные, да? Пиздец, блядь, что в куртке. Это по входу везде, это не баг, то что вот док играет сейчас на первом сервере. Это, блядь, это пиздец, я хуй знаю, как-то неудобно. А ты хоть что расскажешь? Да, что рассказывать? Я на блин, получается, тоже. Я вскрылся, да? Хороший рюкзак нашел, побежал, мол, Северград, мол, прибегаю туда, мол, смотрю такую картину, выхожу из дома, мол, мимо меня два зомби пробегают, я такой не понял. Пробежали, да пробежали, думаю, ну-ка пойду посмотрю, куда они там побежали. Смотрю, челик ему там отбивается от зомби, ему такой, ему. Смотрю, он мне рукой машет, такой, привет, привет ему, о, привет, привет. Валя. Он достает ему Витязь ему и в меня разбивается. Здесь сейчас просто даже не с кем здороваться, типа, я просто нахер вижу, убиваю, блядь, это пиздец просто. Сейчас это начало, все лутаются, всем похер, блядь, на что. Сейчас выживание идет. Только как успеет, так и... Тебя не нечем даже пить. Ну, я тут тоже зашел, но нечем ничем. Мне бы хотя бы дубинку любую найти. Чтоб хотя бы людей пиздить, не зомби, а людей. Сейчас люди опаснее, чем зомби. Разлучи-то валяется. О, беспонтовый. Бомжа разлучи. А, ты думал фразу ебать, да? Снайперки, СВДХ и так далее, бля. Бля, ну вот тебе, бля. Так, да, бля, никуда не ложь. Бегу, мне надо. Подожди, а где дорога? Ты, бля, тело же потерял, бля. Все такое мелкое, вообще непривычно. Угу. Места очень-очень мало. Ты вот просто сейчас встаешь, как бы, блядь, кепка, и, блядь, ничего положить себе в карманы не можешь. Даже сейчас топанный анализатор, я не могу ни в куртку засунуть его, блядь, ни в разгрузку положить, потому что я только что вытянул. Вот этот рюкзак. Блядь, бред, нахер. Как бы зима была, блядь, нелегкая, теперь еще и это. Ааа, я себе штанишки нашел. Бля, вообще в этом, как вы, красиво, что я охотничек стреляю. Я гуляю, Бэдли Дэмэдж рабочая куртка. Бэдли Дэмэдж брюки, блядь. И разгрузка Дэмэдж. Танка. А на нее также ж можно, да, под сумок вешать? Интересно. Нет, нет. Вот у них типа два слота, но эти два слота под эти, блядь. Под боеприпасы. Слушай, я не вижу этих трамплинов, блядь. Два слота там под обоим только. Ты что говоришь? Ну, за магазины можно сунуть эти в магазин. Ну, эти слоты я бы уже засовывал просто. Типа. Пацаны, вы как определить, блядь, трамплин? Я его слышу, но я его вокруг тебя вообще не вижу. Просто уходи, да, хер его. Куда уходить-то, блядь? В ту сторону, откуда ты пришел. А так вот должны там, блядь, листья, по сути, летать. Я вот даже в рюкзаке сейчас интересно. Нагревает. Водичка. Ну, весна же. Вон ты сейчас бегаешь, у меня температура белая. Хотя в говно вещах. Правда, все залутано вообще. Вообще лута нет. Я вообще не пойму, где я, блядь. О, крыша?
Я уже кровососов увидел. Я не понимаю, я не вижу просто это. Я вышел в какой-то избушке, блин. Такую фишку. Там она одна в лесу. Я солнечный. Хотя так как я быстро сейчас бегаю, мне кажется, я здесь ненадолго. Уже лута нету. Если жрачку не найду. Я херню как будет. Что-то, наверное, там... Идти на чубзика, мне кажется, с мачете ему просто да нанесу. Вон, я понимаю, что им не является. Я. Потому что нахуй они нужны, да? Ну, на карте я сам знаю, что где-то на карте. Ну, я сухо с голоду сдох, походу. А, вот то же самое. Я слышал здесь выстрелы, блин, на солнечном. Мне либо сейчас где-то один шубик копнет. Ой, ой, у тебя рюкзак какой большой. Ну ты, блядь, красавчик. Кого, ну, давай. Да нет, у зомби нахер. Сейчас буду с мачете его мочить нахер. А ты его пизди, если получится, отнеси один ход. О, бил. Убил. Убил. Теперь бы еще. Но он, сука, ударил меня один раз. Бля, здесь уже открыто все. Так, снять рюкзак. Давай, хоро. Сука, руины то. Вот ты конченый. У него был большой 80-слотовый рюкзак, блядь, сука. Он подал бы мне хорошо жить. Лежи, блядь. Что-то я вижу. Что-то я вижу. И это у нас, а это у нас. Пластмассовая бутылка.
Пахнет не очень. Я так и знал. Хоть баклажка, а баклажка не могла хватать теперь. Это не может, не надо. Ну да. Посмотри, что сначала у тебя было слотов как минимум 40. И сейчас у тебя их 10. Да и ты типа баклажка на 2 слота. Да. Таким мелочам радуешься. Ну. А ты ничего не изменишь его. Понятное дело. Удивительно, мы здесь все закрыты на стене. Уже. Ну это не уже, а то есть. Ебать, сколько здесь зомбаков. Вы чё, бля, ребят? Нахер надо? Морфин валяется. Нихуя ничего не валяется. Бля, здесь валяется ещё дробовик, бля. У меня нет патронов на него. У него, скорее всего, быстрее найду патроны, чем 7.62 на репер. Возьму лучше его, блядь. Если есть возможность убить то и другое. Но у меня нет, у меня здесь кто-то обученный. Ебать, еще один. Перчатки без палы. Ну я хуй его знаю, что делать, блядь. В рот. А, зато даже с демеджа, ебать, первый удар, ну, с первого топора падает он. Блядь, у меня вирус Z, заебись, блядь. А у меня тоже, не переживай. Походу все оружие теперь не пихается. Рюкзак. Ебать, я зомбарей сагрил, блядь, ебанулся. Уйня. Ваша. Уйня. Так, беспалые перчатки, вы говорите, это бесполезные, да? Замком, что ли? А, вот замок, да, заебись. Ты еще живой? Ты еще живой, что ли, Костя? Да. Я люблю. Сейчас что, я рядом, блядь.
Давай, ты чё, не наши пилишь? А где эти? Я, ну, походу, это, возле замка Рок, с правой стороны, там возле ёлочки бежит этот лут. Я телепортировался где-то это, походу, на север. Вообще не пойму, где я, блядь, здесь ничего, название нет. Где же дверь не открывает? Даже никаких обозначений нет. Прямо в доброе находится. В доброе. Угу, логично. Тут железная дорога, блядь, очень тепло. Да ну, чё, где, блядь? Нет, прикол приколом, а где у нас доброе это вообще? По карте у нас найти? Нет, я прям по железной дороге веду. Чира, ну... И как быть? Надульник, блядь, вот. Нахуй на писечный. Че? Нахуй сюда. Но рюкзак нет. Кого? А нет, рюкзак на зомби. Блять, а почему не убирается-то банка меда? Чё я её, блять, никуда убрать не могу? Ну, естественно, рюкзак будет заруинен. Ну как о. Так? Нашёл книжку. Я не хочу. Я же не дох.
Ебать, ух ты, ебать. Хром. На песчаное ограждение я маленько удивился, но по поведению кровососа. А такие моменты, когда я лег на пески, кровососы, если зомби начинают меня терять, они не могут меня найти, не видят, как будто такое ощущение, как будто они совсем тупые становятся. Конечно. Газ фигуру нашел.